Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас начнем разговор о послании к Галатам. Это известное, важное в истории христианской мысли послание, в котором содержатся и фундаментальные откровения апостола Павла о том, что вообще такое вера и христианская жизнь. Написано это послание было, скорее всего, ну, во всяком случае, после апостольского собора 49 года и даже, видимо, значительно после, ближе к концу 50-х годов первого столетия, и посвящено, собственно, довольно тяжелой и неприятной, я бы так сказал, проблеме, которая существовала в христианской церкви в первом столетии, с которой особенно сталкивался именно апостол Павел и общины, которые были им основаны. Дело в том, что церкви в Иудее состояли, естественно, из иудеев и, в общем, довольно последовательно старались, чтобы их воспринимали как некоторое иудейское религиозное течение, называя при этом там назарянами, еще какими-нибудь словами, братьями, но в основном назарянами. Идея заключалась в том, чтобы иудейские религиозные власти, Синедрион, вот вся та верхушка религиозная, которая, собственно, и распяла Господа Иисуса Христа, более или менее по возможности принимала этих людей за своих. Для этого необходимо было соблюдение иудейского закона. Ну, собственно, ничего для этого особо специального от иудейских христиан и не требовалось. Они были иудеями по рождению, привыкли по воспитанию соблюдать этот закон, и, ясное дело, никаким образом с язычниками в общение не входили. Вот. Другая сторона проблемы заключается в том, что те апостолы, которые ушли из Иерусалима, особенно после гонения бывшего при Стефане, что имело место ориентировочно около 35-го примерно года, вот эти люди в основном проповедовали в рассеянии, причем далеко не только иудеям. Далеко не только в синагогах рассеяния. И апостол Павел, в первую очередь, и другие апостолы, ушедшие из Иерусалима, собственно, все апостолы, кроме Иакова, и ушли из Иерусалима, они проповедовали в смешанной среде. И поэтому, так или иначе, часть язычников сначала мало и изредка, потом больше и чаще присоединялись к общинам христиан за пределами Иудеи. Мы помним с вами и обращение Корнилия, сотника, после проповеди Петра, ну и, конечно же, все общины, которые были основаны апостолом Павлом. И ясное дело, что христиане из язычников вовсе и не собирались соблюдать иудейский закон, и Павел особенно и на этом не настаивал. А потом началась некоторая такая новая миссионерская деятельность иудейских христиан, которые стали ходить по уже не ими основанным общинам и добиваться того, чтобы все, в том числе христиане из язычников, в них обрезывались. Это было им нужно, ну, в общем, для взаимоотношений с иудейскими властями в Иудее, для того, чтобы выглядеть более или менее приемлемыми в глазах, собственно, неверующих иудеев. И традиционно в церковной истории, в экзегетике
Священного Писания называют этих людей иудействующими, оставляя некоторую такую неясность, были ли они иудеями или они были христианами. Но это, в общем, надуманная неясность, потому что очевидно довольно, что, конечно, эти люди были христианами. Это не были иудеи, которые ходили там по синагогам с целью разрушить посеянное Павлом. Такие фарисеи тоже были, но их обычно Писание именно фарисеями и называет. Ну вот, и в Галатии, в центральной части Малой Азии, где обитали, собственно, галлы, покинувшие Западную Европу после ряда исторических перипетий, которые там в Галлии происходили, вот эти галлы переселились довольно давно, за пару столетий до Рождества Христова, в эту самую местность, которая стала называться Галатией. И вот там были христианские общины, по большей части основанные апостолом Павлом. И в этих общинах практически не было христиан из иудеев. И, соответственно, апостол вообще не говорил об иудейском законе, не требовал его соблюдения. Но после того, как Павел удалился, вот пришли в это место, в эту местность христиане из Палестины, которые стали учить и требовать, чтобы галатийские христиане обрезывались и соблюдали закон иудейский. Что стало известно Павлу и вызвало довольно острую реакцию апостола Павла, потому что для него это было, в общем, угрозой всему тому делу и всему тому свидетельству, которое он на протяжении многих столетий осуществлял. И вот послание к Галатам, собственно, попытка объяснить себе и галатийским христианам, что происходит. У Павла не было возможности лично прийти и противодействовать, так сказать, этим иудействующим христианам, тем более, что это, в общем, было для него не слишком безопасно. В конце концов, ведь, как мы знаем, в Иерусалиме именно христиане, иудействующие, предали Павла в руки властей и защищали его, наоборот, фарисеи, к которым он тогда обратился. В общем, возможности прийти в Галатию у Павла не было, и вот он пишет это послание. Первая глава, к которой мы сейчас с вами обратимся, вот начинается приветствием апостола Павла, приветствием, которое, собственно, довольно традиционно, практически в любом послании он так или иначе обращается к своим читателям, говоря о Боге, говоря о себе, ну и иногда вот об отношении к тем людям, к которым он обращается. В данном случае для читателя важно увидеть первую строку, где Павел пишет, что Павел – апостол, избранный не людьми и не через людей, но Иисусом Христом и Богом Отцом. Для него это важно, потому что, собственно, он хочет сказать простую вещь. Это не он сам выдумал, и не то, что он проповедует, то, что он благовествует, и никто из людей его не подрядил и не поставил на это служение. Вот он говорит о себе, как о человеке, который был избран Иисусом Христом и Богом Отцом. И, в общем, мы, конечно, все знаем историю об обращении Павла на пути в Дамаск. Ну вот, здесь он говорит о происхождении своего свидетельства. Да, не потому, что мне так захотелось, говорит апостол Павел, не потому, что мне это взбрело в голову, а потому, что Христос вот послал меня на это свидетельство, на это служение.
Это первое. Второе, как всегда практически в любом приветствии Павлова послания, замечательная формулировка, когда он приветствует читателя и говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Следовательно, вот апостол говорит о Христе, о его жертве, о том, что Господь Иисус Христос себя отдал, свою жизнь ради нас. И вот он формулирует: «за грехи наши», как искупление, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. То есть в глазах апостола картина такая, что мы все погружены в исполненный суеты и вранья настоящий век и, в общем, не можем вырваться из этого, не можем изменить свою жизнь и избавиться от суеты и вранья, что, собственно, и есть лукавый век. Вот. Но для этого нам необходима помощь Божья. И вот апостол говорит о том, что Христос избавляет нас, отдавая себя жертву, избавляет нас от рабства вот этому, вот этой суете и этой неправде. В контексте того, как будет дальше выстроена логика и рассуждение апостола Павла, это важно. И дальше уже во втором абзаце, переходя к сути сразу вопроса, к сути того, о чем он пишет, он говорит: «Я удивляюсь, как вы так можете моментально перейти к иному благовествованию». Значит, для Павла таким образом получается, что либо то, что он благовествовал галатам, любовь Божью во Христе Иисусе, либо закон, который есть совокупность правил, которые там необходимо исполнять, и будет тебе счастье. И, значит, исполнение закона должно там что-то людям дать, какое-то совершенство и так далее. Вот апостол говорит, это иное благовествование, иное. Тем самым, проводя четкую грань не только между Новым Заветом и Ветхим Заветом, но и между Новым Заветом и религией как таковой. Потому что любая религия, собственно, что мы практически всегда религией называем, да, подразумевает некую совокупность правил, которые нужно обезличенно выполнять, делать так, так, так и так, и все будет хорошо, в зависимости дальше уже от того, какие там конкретные задачи тайная религия ставит перед своими адептами. Вот апостол говорит о том, что это иное благовествование. Новый Завет, то, что он свидетельствует, и то, что есть Евангелие Христово, он дальше скажет, Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его через откровение Иисуса Христа. И вот это с одной стороны, а все остальное с другой. Надо сказать, что не только христиане из иудеев, которых, повторю, было мало среди адресатов апостола, но и христиане из язычников, конечно, по привычке, по тому, к какой культуре они принадлежали, тоже были склонны рассматривать веру как религию. А это очень разные вещи. Они тоже, они привыкли к тому, что там надо приносить жертвы каким-нибудь богам. Теперь они узнали, что Бог один, и жертвам приносить не надо. Ну хорошо, но психологический склад остался тем же самым. Они привыкли к тому, что их единоплеменники различают чистое и нечистое, чего можно касаться, чего нельзя касаться. В разных этнокультурных контекстах это немножко разные вещи, но сам феномен разделения чистого и нечистого – вещь абсолютно общая в человеческой религиозности. И да, они услышали от апостола Павла, что нет ничего нечистого в себе самом. Но в отсутствие Павла они вполне восприняли вот эту ветхозаветную парадигму
разделение чистого и нечистого и всего вот связанного с ритуальным осквернением. В меньшей степени христиане из язычников склонны были помнить и знать о законе в человеческих взаимоотношениях. Как правило, языческая религиозность не регулирует такие вещи. Ну, за некоторыми исключениями, дальневосточными, по большей части. Вот. Поэтому для них, когда иудействующие говорили о том, что закон предписывает любить ближнего как самого себя, да, это, в общем, было действительно новым каким-то откровением, важной обязанностью перед Богом. Но все-таки, повторю, апостол Павел очень четко различает свое благовествование, о котором говорит, что оно Христово, и вот эту парадигму закона. Он говорит, это даже не то, чтобы иное благовествование, а есть люди, которые смущают вас, которые хотят извратить благовествование Христова. И дальше апостол Павел говорит о том, что надо смотреть не на лица, а на суть. И это, кстати, тоже очень важная идея в первой главе послание к Галатам. Апостол говорит, да кто бы вам чего не проповедовал, даже если я вам буду что-то иное говорить, даже если ангел будет вам что-то иное говорить, да, не слушайте, не слушайте. Если кто-то будет благовествовать вам не то, да будет анафема. И таким образом Павел предлагает своим читателям в первую очередь опираться не на авторитет лиц тех или иных. Он потом еще не раз вернется к этой теме в конце первой, в начале второй главы. Кто бы там что ни говорил, дело не в лицах. И для Павла важно понимать, что ну, даже самые-самые могут и ошибаться, и падать, и заблуждаться, и так далее. Он говорит, к сути прислушивайтесь, к сути. Понимаете? Да ну пусть апостолы что-то говорят, пусть даже ангелы что-то говорят. Прислушивайтесь к сути, то это благовествование о любви Божьей и свободе во Христе или нет. И, в общем, для того, чтобы иметь возможность вот так различать духов, различать содержание свидетельства, нужно иметь не очень глубокую внутреннюю свободу. И нужно действительно понимать суть того, что Бог открывает нам во Христе Иисусе. Это очень поучительная вещь, потому что прошло 2000 лет, а мы по-прежнему очень любим опираться не на содержание свидетельства, а на авторитеты. И говорить, что вот там какой-нибудь древний, никому неизвестный подвижник, авторитет, святитель или собор, или кто-нибудь что еще, что-то сказал, и неважно, можно не вдумываться, что он сказал, может, он глупость какую-нибудь сказал, или исторически обусловленное что-то, сиюминутное, нет. Понимаете, мы как раз, ровно как адресаты апостола Павла, смотрим на то, насколько борода седая и массивная у того, кто что-то говорит, а не на суть, а не на суть. И, в общем, я бы сказал, что точно так же, как галаты, впадаем в законничество, впадаем в то, что как раз иное благовествование, не то, о чем апостолы засвидетельствовали нам. Поэтому, повторяю, вот этот отрывок с 6 по 9 стих, он очень важный и исключительно актуальный, очень современный. Нам, в общем, читая его, есть о чем задуматься. Ну вот, теперь в заключительной части первой главы апостол говорит о том, что вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе,
и говорит о себе, что я жестоко гнал Церковь Божью, преуспевал в иудействе, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. И это тоже чрезвычайно важная формулировка. Во-первых, нам необходимо понимать, что вот так бывает. Вот удивительный, замечательный человек, глубоко верующий, очень тонко душой, умом, сердцем чувствующий Господа Иисуса Христа, преданный Ему всем сердцем, апостол Павел, и, между прочим, один из умнейших людей в истории человечества вообще-то. И тем не менее, вот он говорит о себе, что да, так бывает, и он был неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Сама структура этой фразы говорит о том, что можно и, наверное, нужно быть ревнителем отеческих преданий. В конце концов, это важная вещь. То, что мы приняли в детстве, ну или не в детстве, с культурой, впитали с молоком матери, то, что составляет наш бэкграунд, да, на основании, фон, на основании которого мы приходим к Богу. Это нужно ценить, и об этом нужно ревновать. Но апостол Павел говорит об умеренности. И в его устах скорее речь идет не о том, чтобы, ну так, слегка, не слишком горячась, да, быть ревнителями отеческих преданий. Нет, дело не в теплохладности. А для апостола Павла в первую очередь речь идет именно о ревности не по разуму. Ревности не по разуму. О том, что он сам о себе говорит, что вот я, да, был ревнителем отеческих преданий, а голову не включил. А голову не включил. И когда он пытался гнать христиан, и, как выражается евангелист Лука в «Деяниях», дыша угрозами и убийством, шел в Дамаск, да, он не думал о том, насколько это соотносится с правдой Божьей Ветхого Завета, да, насколько эти угрозы и убийства совместимы с настоящим, с подлинным Богом. Вот что значит неумеренность, не задумываясь. Не задумываясь, не взвешивая. Таким образом, мы видим с вами, что в первой главе, помимо, собственно, темы закона и благовествования Евангелия, еще ключевая для апостола Павла тема – это мышление, критическое мышление, которое необходимо, он, собственно, и упрекает галатов в отсутствии такового. Хотя, ну, может быть, у них и нет навыка критического мышления в религиозной сфере. Но, тем не менее, вот апостол Павел считает, что это недопустимо. Христианин не имеет права отключать голову ни при каких обстоятельствах. И, наконец, в самом конце главы, еще возвращаясь к теме авторитетов, он говорит, собственно, о себе, о том, что он принял откровение от Христа, он мало кого из апостолов видел и вообще опирается на содержание откровения, на то, что он о Боге понял, на то, что он узнал в откровении Христова, а не на то, что одобрили, утвердили или навязали ему те или иные апостолы. Между прочим, это тоже удивительная вещь, конечно, потому что вот апостолы в Иерусалиме, и Иаков, брат Господень, и Петр, и другие, они увидели, что апостол Павел не такой, как они, и мыслит по-другому, и к некоторым вещам относится вообще по-другому. Ну, потому что, как я уже сказал в начале этого разговора, в Иерусалиме христиане, особенно лидеры общины христианской, очень стремились соблюдать иудейский закон, чтобы выглядеть иудеями, чтобы к ним не было претензий и не было гонений. Павел радикально по-другому, принципиально иначе подходит. Но они оказываются способными принять его, принять.
понять, что он действует в других обстоятельствах, обращается к другим людям. Иначе устроена его личность, его свидетельство, его благовествование, его служение. Это тоже потрясающе важная вещь, потому что, конечно, с раннего средневековья начиная, мы очень склонны к религиозному концлагерю, где все должны ходить одинаковыми, где не может быть места для различий, для разнообразия мнений, как там тот же самый Павел пишет, да, о том, что надлежит между вами быть разномыслием. Ну вот, в его поколении разномыслия были очень серьезными, и это не то, чтобы прямо совсем бесконфликтно было, нет, конечно, но, по крайней мере, некоторые, по крайней мере, лучшие сердца христианские были в состоянии это преодолеть, превзойти, не пытаться выстроить все одинаково во всех местах под одну гребенку. Сказанное не означает, что прямо вот нам сегодня так следует стремиться к какой-то оригинальности. Ну, мы живем в другую эпоху, в других обстоятельствах. Но вот тем не менее, увидеть и понять нетоталитарный характер церкви, по крайней мере, в первом столетии, для нас тоже очень важно.